Брестская Библия – национальное сокровище, уникальное издание в истории отечественной печати 16-18 веков. Принятие решения издать факсимили книжного памятника к юбилею города было важным и долгожданным событием. Уже сегодня, благодаря книге, можно полностью погрузиться и почувствовать дух эпохи того времени. Уникальный предмет по праву можно считать самым шедевральным и загадочным, красивым и дорогим, необычным и таинственным. В подарок факсимильные экземпляры Библии получили 10 учреждений культуры города. Это уникальный подарок вообще не только для Центральной городской библиотеки имени Пушкина, но и для ряда других учреждений культуры, которым в самое ближайшее время эти экземпляры попадут в основные фонды. Это областная библиотека и областной краеведческий музей. А для нас действительно такой подарок, который сделал нам город, это поистине уникальный подарок, потому что, если вы видите у меня за спиной, представлены некоторые материалы из фондов нашей библиотеки, которые рассказывают о Радзивилловской, о Берестинской Библии. Поэтому для нас такой подарок совершенно бесценен. Работы над изданием были выполнены Национальной библиотекой Беларуси и компанией «Белнефтестрах» по инициативе Брестского горисполкома, предложенной чуть больше года назад. Размеры, рукописные надписи, пометки на страницах, характер печати в ней абсолютно точно, красиво и качественно воссозданы все особенности оригинального издания. Экземпляр уже рекордсмен по многим показателям, как самое тяжелое издание Беларуси весит 15 килограмм и как самое крупное насчитывает порядка 1500 страниц. К слову, помимо презентации факсимильного произведения были раскрыты многие загадки издания. Найперш, я думаю, треба казать про культурные мифы, например, связанные со знищением Берестейской Библии нашими предками. Не было такого, это я сразу могу сказать. Никаких полымяу и пожаров религийных на белорусской земле николи не было, и это мифичная цалком история. И можно приблизно догадываться, кем писанное. Есть имены, мы про это поговорим. А есть недокладности и непевные известки про тираж выдания, в какой колькости экземпляров эта книга распавсюджвалась и где, кто ее читал. А есть недокладности и известки про навод объем выдания. Когда вы откроете любую энциклопедию, вы побачите там абсолютно недокладные известки. Брестскую Библию можно считать феноменальным литературным памятником белорусской культуры. Сегодня у каждого, кто захочет найти в прямом смысле дотронуться до книжного шедевра, есть такая возможность. Для этого нужно заглянуть в одну из 10 библиотек или музеев, где теперь хранится факсимильное издание.